Я передаю слово нашему дорогому другу и коллеге Артуру Фриману. Dmitry, thank you very much. Дмитрий, большое спасибо. Спасибо. Wow, this is a very interesting situation for me. Это очень интересная ситуация для меня. Usually, when I begin a presentation, обычно, когда я начинаю презентацию, I always say I'm very happy to be here in wherever it happens to be. Я обычно говорю, я очень рад сегодня быть здесь, на этом событии, каким бы оно ни было. But this is a very special place. Но это совершенно особенное место. I was thinking about this, and Dmitry alluded to this. Я говорил об этом, и Дмитрий коснулся этого вопроса. Я думал об этом, и Дмитрий коснулся этого вопроса. 125 years ago, 125 лет назад, my paternal grandfather and grandmother дедушка и бабушка по линии отца left their home in Kiev, покинули свой дом в Киеве, and came to the United States. И переехали в Соединенные Штаты. About 5 years later, лет пять спустя, my maternal grandfather and grandmother, мои бабушка и дедушка по материнской линии, came from Belarus, приехали из Белоруссии. My grandmother was a big city girl from Minsk. Моя бабушка была девушкой, жительницей большого города Минска. And my grandfather from a small village called Ужлан. А дедушка из маленькой деревни, называемой Ужлан. I didn't think Ужлан was a real place. Я думала, что Ужлан это вообще не настоящее место какое-то. But then we have the internet. А потом появился интернет. So I said I'm going to look it up. Я пошел смотреть. And sure enough, Ужлан was a real place. И Ужлан действительно там был. And still exists today. И он все еще существует сегодня. So this is a very rare opportunity for me. Так что для меня это очень редкая возможность сегодня. To come and speak to my cousins. Поговорить с моими племянниками. Some of you I know are from Ukraine. Я знаю, что некоторые из вас из Украины. And some from Belarus. А некоторые из Белоруссии. So, thank you for inviting me back home. Спасибо, что пригласили меня домой. I don't mean for my presentation. Я не предполагаю, что моя презентация to be a full history. Будет таким полным историческим очерком. But to use some historical information. Хочу использовать некоторую историческую информацию. To look at the development and present status of cognitive behavior therapy. Чтобы рассмотреть развитие и современные некоторые исследования когнитивной терапии. Now, what we know. Что мы знаем сегодня? Is that behaviorism. Что бихевиоризм. Is the philosophical position. Философская позиция мировоззрения. That if we're to be a science. Которая называется наукой. Psychology must focus on what's observable. Для того, чтобы быть наукой, психология должна сфокусироваться на измеримых, наблюдаемых. What is measurable. Detectable and computable. На чем-то определяемом и измеряемым, видимым. A corollary of the above. Корреляция вышесказанного в том, что is that our perceptions, восприятие, thoughts, мысли, images, образы, feelings, чувства, beliefs, верования, insights, инсайты, or personal world views, или личные, или мировое мировоззрение, are subjective data. Субъективные данные. And would not, we were told, и не могут привести к научным заключениям. Contribute to our science. Не могут внести вклад в науку. And should therefore be ignored. И следовательно, должны быть
игнорированы, не должны приниматься во внимание. Well, obviously, we've chosen to ignore that idea. И очевидно, что мы привыкли игнорировать идеи такого рода. What I find most interesting, но что я считаю наиболее интересным, is that CBT, что КПТ, has its roots, уходит корнями, that are either Russian, в русскую, Russian derivative, в русские производные, or having cultural roots in Russia, или имеет культурологические корни в России. Now, among the earliest behaviorists, среди ранних бихевиористов, was Ivan Sechenov. Был Иван Сеченов. Now, he was a physiologist. Он был физиологом. Who studied at the University of Berlin with Dubois-Reynaud? Учившийся в университете, в Берлинском университете с Дубуа-Ремондом и. And with Helmholtz. Хельмутсом. He concluded that all behavior is caused by stimulation. Он сделал вывод, что все поведение, всему поведению является причиной стимуляции. And in 1863 published The Reflexes of the Brain. В 1863 году он написал размышления о мозге. And in this volume he introduced the idea. Рефлексы головного мозга. Again, in 1863 that the central nervous system, он ввел идею о том, что центральная нервная система had both excitatory and inhibitory processes. Процессы возбуждения и торможения. Beckerturf graduated from the Military Medical Academy here in St. Petersburg. Бехтерев окончил медицинскую военную академию в Санкт-Петербурге. And again, we go back to 1881. Опять же, в 1881 году. He went on to study also with Dubois-Reynaud. Он продолжал свои обучения с Дубуа-Ремондом. And with Wilhelm Wundt in Berlin. В Берлине и с Шарко во Франции. And later with Charcot in France, as did Freud. He established the first psychological laboratory. Он устроил первую психологическую лабораторию in 1885. В 1885. And returned to the Military Medical Academy in 1893. И возвратился в медицинскую академию в 1893. In 1904, he published a paper. Он опубликовал статью on objective psychology, объективная психология, which he later expanded to three volumes, которую позднее он превратил в трехтомник. And he defined his work as the objective study of stimulus response connections. Он описал свою работу как объективное исследование стимулов, связи между стимулами и реакциями. And he discovered what he called the association reflex. И назвал это ассоциативными рефлексами свою работу, сочетанными рефлексами. Now, of course, the most world famous, конечно, наиболее of the Russian experimenters, известным в мире ученым был right here, вот тот, кто Ivan Pavlov. Прямо здесь под именем Павлов. Well, I've read a secret. I don't know if I should share this. Я знаю один секрет, который хочу. It wasn't really Pavlov. Хочу поделиться с вами сегодня. Это вообще-то на самом деле был не совсем Павлов. It was a worker who worked for Pavlov. Рабочий, который работал. Who fed the dogs. На Павлова, который кормил собак. And he said to Pavlov. И он сказал Павлову. It's interesting. Интересно вообще-то. Whenever I go into the room with the dogs, they are always so happy to see me. Когда бы я ни заходил в комнату с собаками, они всегда очень счастливы меня видеть. Dr. Pavlov, why is this so? Почему, Павлов, почему это так? And Pavlov thought about it. Павлов начал думать об этом. And he won a Nobel Prize. And the worker, we don't even know his name. Мы не знаем даже имя этого рабочего. I don't know if that's true. Я не знаю, правда ли эта история. Правдива ли эта история. And of course we know of Pavlov's work. Конечно, мы все знаем о работе Павлова.
And everyone knows about classical conditioning. И все знают о классическом обуславливании. Which can also be called the original conditioning paradigm. Которая может быть названа изначальной обуславливающей парадигмой. And he was not only awarded the Nobel Prize in 1904, but also a hero of the revolution. Он не только заслужил Нобелевскую премию, но также Ленинскую премию революции. Лурия was a neuropsychologist. Был нейро. And a leader of the Vygotsky-Luria circle. И открыл круг цикл Выгодский-Лурия. Лидером круга Выгодского. Да. He completed schooling свое обучение in 1921. Закончил в Казанском университете в 1921. And he had established an active correspondence with Sigmund Freud. И у него была активная переписка с Зигмундом Фрейдом. And established the Kazan Psychoanalytic Association. Он основал Казанскую психоаналитическую ассоциацию. He continued his studies in Moscow. Продолжал учиться в Московском. And completed three major books. Он выпустил три основные книги. In development of intellect, speech. О развитии интеллекта, речи. His work specifically with reaction times. Его работы были. Earned him a position at the Institute for Psychology in Moscow. Его работы касались процессов мышления, которые позволили ему занять позицию, должность в Институте психологии в Москве. But I'm not telling you something that you don't already know. Но я не говорю вам чего-то, чего вы не знаете сегодня. You already know about the important and central place that Russian research has had. И центральном месте, которое российские исследования имеют для этой науки. But maybe some things you don't know. Может быть, есть что-то, что вы все-таки не знаете. That if we look at European psychodynamic contributors. Что есть также вклад европейской психодинамической школы в CBT. We have Sigmund Freud. У нас есть Зигмунд Фрейд. As a major CBT contributor. Как основной вноситель вклада в CBT, в КПТ. That if you look at Freud's work. Если вы посмотрите на работы Фрейда. In his classic paper. Его классические записки в 1914 году. On narcissism. По нарциссизму, например. He spoke about schema. Он говорит о схемах. Which I'll be talking about shortly. О которых мы будем скоро тоже говорить с вами. An early coworker of Freud's, Alfred Adler. И его коллега Альфред Адлер. Also in Vienna. Также в Вене. Was probably the very first cognitive therapist. Возможно, был самым первым когнитивным терапевтом. That he came up with the idea of lifestyle. Поскольку он предложил идею жизненного стиля. I was very fortunate in my career. Мне очень повезло в моей карьере. I had the opportunity to study with Kurt and Alexandra Adler. Мне была возможность учиться с Кертом и Александром Адлером. Alfred Adler's children. Это дети Альфреда Адлера. And Kurt Adler told me. Kurt Adler однажды сказал мне. That his father. Что его отец. Liked the term schema. Очень любит термин схема. But he was talked out of it. Но он его отговорил от этого. The term его. He settled on was lifestyle. А термин, который, на котором он решил остановиться, был стиль жизни. Karen Horney. A major contributor to the psychoanalytic work. Карен Хорни, которая внесла большой вклад в психоанализ. Wrote a book called The Tyranny of the Shoulds. Написала книгу, называемую «Тирания долженствования». A basic CBT textbook. Ну, вообще-то, это такая фундаментальная книга для КПТ.
Eric Erickson. Erickson talked about the social component. Говорил о социальном компоненте. And I use Erickson's work. Я пользуюсь работами Эриксона. To understand schema development. Чтобы понять, как развивается схема. Anna Freud. Anna Freud. The idea of defense mechanisms. Идея защитных механизмов. Again, basic CBT work. Опять, это же фундамент для КПТ. Now, what we have to also look at. Куда нам еще нужно посмотреть, обратиться к чему? The Russo-American or Euro-American contributors. Русско-американские или европейско-американские ученые, которые внесли вклад в КПТ. For example. Например. My colleague and friend Aaron Beck. Например, мой друг и коллега Аарон Бек. His parents were from Russia. Были из России. Albert Ellis. Альберт Эллис. Also parents from the Russian Empire. Также его родители были потомками Российской империи. Donald Meichenbaum. Дональд Майкенбаум. Joseph Wolpe. Joseph Wolpe. Arnold Lazarus. Lazarus. All with Russo-American or Euro-American histories. У всех у них либо русско-американская, либо европейско-американская история. Martin Seligman. Seligman. Myself. Я сам. We all have to credit. У нас всех есть, our Russo or Euro-American roots. Имеем честь быть носителями русско-американских корней. For developing what we have. И это позволяет нам развивать то, что у нас есть. In 1977, the late Michael Mahoney. Поздний Майкл Махони. Wrote a book. Написал книгу. Where he called CBT, который он назвал КПТ, the barbarians at the gates. Варвары у ворот. 1977 was the year that I came to Philadelphia. В 77 году я приехал. And started working with Dr. Beck. В Филадельфию и начал мою работу с доктором Беком. In those days. В то время. CBT was on the outside. CBT была некоторым аутсайдером. Yelling as loud as we could. Let us in. Мы просили, пустите нас в научное Look сообщество. At our ideas. Посмотрите, какие у нас замечательные идеи. And the answer was, ответ был, no. Нет. We're not interested. Нам не интересно. We already have all the ideas we need. У нас уже есть все идеи, которые нам нужны. What I think is interesting historically. Но я думаю, что интересно с исторической точки зрения. If you do a computer search of the literature. Если вы поищете в интернете некоторую информацию о литературе. And you put in the term cognitive behavior therapy. И введете термин когнитивно-поведенческая терапия. Prior to 1977. До 77 года. There's very little. Там вообще-то всего ничего нет, очень мало информации. So 1977 was a powerful year. Был очень знаменательный год. When so much was happening. Происходило в то время очень многое. If you look at the literature on CBT after 1977. А вот если вы после 77-го посмотрите какую-нибудь литературу по КПТ. You find thousands of references. Вы найдете сотни сносок и ссылок. In 1977, Beck had written his first book. Beck wrote his first book called Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. И эмоциональные расстройства. And he was very proud of it. И он очень горд этим. So he sent it to a major publisher. Он сказал одному влиятельному издателю. The publisher was in New York. Издатель был тогда в Нью-Йорке. And the name of the publisher was Brunner Maisel. Его имя было Брунер Мейзел. And they turned it down. Они ее завернули. Weren't interested. Не интересно. So he sent it to another publisher. Он отправил ее к другому издателю. International Universities Press. Международный институт пресс, International University, да, международный And институт. They published it. А вот они опубликовали.
Starting in 1977, начиная с 77-го, Beck would meet with all of the staff. Бек встречался со всеми сотрудниками. At what was called the Center for Cognitive Therapy. Центр когнитивной терапии. At the University of Pennsylvania. В университете Пенсильвании. And he would discuss this thing he was inventing. И он обсуждал вот эти вещи, которые он изобрел. Called cognitive therapy. То, что называлось когнитивная терапия. And there were a number of us. И там было некоторое количество людей. And we all contributed. И мы все туда вносили какой-то свой вклад. And Beck would write things furiously. А Бек просто неистово записывал за каждым из нас все, что мы говорили. In 1979. В 77-м. He took the manuscript. Он написал манускрипт. And he sent it to a new publisher, just opened up. И он сказал новому издателю: просто его откройте. Guilford Publications. Guilford Publications. And the book was so incredibly successful. Эта книга была настолько невероятно успешной. When it was published in 1979. Когда была опубликована в 77-м. That it became the basis. Что она стала фундаментом. For the success of Guilford as a publisher. Для самого Гилфорда как издателя. And Guilford remains to this day. И Гилфорд все еще сегодня жив. One of the major publishers of cognitive behavioral books. Один из самых books. Основных издателей книг по когнитивной терапии. I was at a congress in New York. В Нью-Йорке проходит конгресс. It wasn't terribly busy. И он не был таким уже оживленным. And there was an exhibitor's booth. А там была стенд с книгами, был выставлен стенд с книгами. For Bruner Mazel. Бруно Мазелли. So I went in and I started talking to the owner. И стал говорить с владельцем. Bernard Mazel. Bruno Mazel. And I must admit I was a bit aggressive. Я должен признать, был слегка агрессивным в тот момент. And I said, "Why is it you've never published anything in cognitive therapy?" Я сказала: "Почему это вы вообще ни разу ничего не опубликовали?" This was about 1980. По КПТ это было в 80-м году. He said, "Well, for two reasons." Он сказал: "Ну, вообще по двум причинам." The first reason is no one ever sends me manuscripts. Вообще первая причина: никто никогда не присылал мне никакую рукопись. But the other is because of a mistake I made. А вторая: потому что я сделал ошибку. One day, my psychology editor was out sick. Однажды, когда мой his psychology editor was out sick. Was sick. He wasn't in the office. Однажды, когда он был болен и не был в офисе, психологически имел проблему, да. Mazel had nothing to do, and on the desk was a big fat envelope with Beck's manuscript. У Мазел не было никакого другого, не оставалось ничего делать, только вот обратиться к этой рукописи Бека. So he figured he'll read it. И ему сказали: не читай ее. He read it. Почитай, он почитал ее. And he said, "This makes good sense, but this cognitive therapy seems too easy." И мнение было таким: вообще-то есть какой-то в этом смысл, но когнитивная терапия кажется такой простой и легкой. It's logical. Она очень логична. But not psychological. Но она не психологична. So he returned the manuscript that day. Так что он вернул рукопись в тот же день. And Beck was very disappointed. Бек был очень сильно разочарован. That his first book первая книга was returned the very next day. Была возвращена буквально вот на следующий же день. So that could have been the end of it all. И так могло бы быть вообще все закончено. Но не было. Gratefully for all of us. Слава, к счастью для всех нас. 50 years later. 50 годами позже. From when Mahoney said this. Когда Махони сказал вот это. Cognitive behavior therapy. Когнитивно-поведенческая терапия. Is the zeitgeist in the world today. Сегодня основное направление в мире. And I've had a number of interesting experiences. У меня есть несколько очень интересных опытов, переживаний. Major psychoanalyst in New York, Michael Stone. Например, один из основных психоаналитиков в Нью-Йорке, Майкл Стоун. And Stone has written extensively. Стоун читал очень, писал очень много.
on psychodynamic treatment of personality disorders. О психодинамическом лечении расстройств личности. So I was writing something, and I wanted a psychodynamic opinion. И я однажды что-то писал, и мне нужно было психодинамический взгляд узнать на эту проблему. So I took Stone's latest book. Я взял книгу, одну из книг Стоун. And I looked up the information. И поискал там необходимую мне информацию. And I found that he was quoting Beck. И я обнаружил, что он вообще-то цитирует Бека. So I know him and I called him up. Я позвонил ему. He said, "What do you mean?" Я сказал, а ты что? Вы he said, "Well, что это?" You guys have the best information. Он сказал, ну а что, ребята, у вас самая лучшая информация, вы обладаете самой лучшей информацией. Tremendous compliment. The psychoanalyst Otto Kernberg. А психоаналитик Отто Кернберг. I observed him working. Я однажды наблюдал, как он работает. And I said, Otto. Я сказал, Отто. If I didn't know better, I think you were a cognitive therapist. Если бы я не знал наверняка, я бы подумал, что ты когнитивно-поведенческий терапевт. Он говорит, ну. I conceptualize psychodynamically. Я вообще концептуализирую в психодинамическом ключе. But I treat cognitive behaviorally. Но лечу в когнитивно-поведенческом. Okay. So we very much have taken the center. Так что мы с КПТ занимаем, вообще-то находимся в самом центре. Now, I think it's interesting too. Что еще интересным кажется мне? Is the huge number. Это огромное количество of models. Моделей. That fit under the cognitive behavioral umbrella. Которые могут уместиться под когнитивно-поведенческим зонтом. Typically, обычно cognitive therapy когнитивная терапия meant the work of Aaron Beck. Соотносит с Аароном Беком. Later on, he added the behavior to the middle of it. Позднее он добавил слово поведенческое в середину вот между этими двумя словами. Rational emotive behavior therapy. Рациональная эмотивная поведенческая терапия. Albert Ellis. Альберт Эллис. Multimodal therapy. Мультимодальная терапия. Arnold Lazarus. Лазарус. Cognitive behavior modification. Когнитивно-поведенческая модификация. Donald Meichenbaum. Meichenbaum. More contemporarily, более современная dialectical behavior therapy, диалектико-поведенческая терапия. Marshall Linehan. Marshall Linehan. Steve Hayes and acceptance терапия, and commitment therapy. Принятие ответственности. The work of Tom Dzurilla, Arthur Tom and Christine Nezu. Problem solving therapy. Проблемно-ориентированная терапия. Jeff Young's schema-focused therapy. Схема-фокусированная терапия Джеффри Янга. Mindfulness-based cognitive therapy. Когнитивная терапия, основанная на осознанности. Compassion-focused cognitive therapy. На сострадании. Metacognitive therapy. Метакогнитивная терапия. Oh, we have this twice. Problem это уже второй раз упоминается здесь у меня. Martin Seligman's positive psychology. Позитивная психология Селигмана. Behavioral activation. Поведенческая активация. So it's difficult sometimes. Иногда очень трудно. When someone says, "Well, I do cognitive behavior therapy." Когда кто-то говорит, почему нужно заниматься когнитивно-поведенческой терапией? It's like saying. Это как сказать. I love ice cream. Я люблю мороженое. What do you have to ask? Что нужно спросить? What's your favorite flavor? Какой ваш любимый вкус? Because there are many flavors of CBT. Потому что так много разных оттенков и вкусов у КПТ. Some are more behavioral. Некоторые их больше поведенческие. Some are more cognitive. А некоторые более когнитивные. Some are about 50-50. А некоторые 50 на 50. Now, what makes cognitive behavior therapy? А сейчас о том, что делает когнитивно-поведенческую терапию отличающейся from what we call traditional psychotherapy. От того, что мы называем традиционной психотерапией. Well, first and foremost, прежде всего и наиболее всего we look at the subjective data. Мы ищем субъективные данные. We look at the symptoms as targets for change. Мы смотрим на симптомы, мы ищем симптомы, которые являются мишенями для изменений. Not symbols of underlying conflict. А не символами, которые нам нужно, не символами, лежащими за ними конфликтов.
CBT is very structured and focused. CBT очень структурировано и фокусировано. As opposed to free-floating or free-flowing. It is active and directive. Она активная и направляемая. And it is a coping model. И это также копинговая модель. As opposed to a cure model. В противовес. We don't talk about curing people. А в противовес лечению людей. Мы не говорим о том, что мы лечим людей. We talk about helping them cope. Мы говорим о том, что мы помогаем им справляться и осваивать копинги более эффективно. What's also interesting. Что особенно интересно. Is when we first started doing CBT. Когда мы только начинали заниматься КПТ. In the late 70s. В конце 70-х. Our focus was on treating depression. Мы были в основном сфокусированы на лечении депрессии. In fact, in those days. Вообще-то в те дни. If we had a patient with anxiety. Если бы к нам пришел пациент с тревожным расстройством. We'd refer them to someone else. Мы бы его отправили к кому-то другому. Because we were the experts on depression. Потому что мы были экспертами в лечении депрессии. Now, сегодня there is no diagnosis that isn't being treated. Нет такого диагноза, который не лечился бы с помощью КПТ. In adults, взрослые, children, дети, elders, пожилые люди, individual therapy, индивидуальная терапия, group therapy, групповая. Couples, families, семьи, пары, or organizations. И даже организации. We work in inpatient settings. Мы работаем как амбулаторно, так и стационарно. Schools, business. Со школами, с организациями. Or the military. И даже с военными. We don't just deal with depression. Не только имеем дело с депрессией. We deal with every possible diagnosis. С любым возможно существующим диагнозом. That you would find in ICD. Now, Dmitry mentioned Дмитрий упомянул, that CBT has become international. Что КПТ становится международным. The European Association for Behavior Therapy. Европейская ассоциация поведенческой терапии. Say, changed their name. Изменила свое имя. So now it's EABCT. Сейчас это Европейская ассоциация поведенческой и когнитивной терапии. The Congress taking place at the end of June. Конгресс, который проходил в конце июня. In Cluj-Napoca, Romania. Который будет проходить в конце июня в Румынии. Is going to be a spectacular Congress. Должен быть каким-то невероятным конгрессом. And it's not only spectacular by content, не только по содержанию, которое там ожидается, but the presenters, но и по тем докладчикам, которые будут участвовать. The beautiful sights, прекрасные виды and wonderful food, I must и прекрасная еда, я должен так, предположить могу. There's the World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies. Значит, сейчас проходят мировые конгрессы по поведенческой и когнитивной терапии. The Association for Cognitive Therapy. И также существует ассоциация когнитивной терапии всемирная. Now, we may have some differences about what's first wave, second wave, third wave. У нас могут быть некоторые различия между первой, второй, третьей волнами. In my view, the first wave for us. В моем понимании первая волна was the behavioral work. Была посвящена поведенческой части. In the 30s, 40s, 50s. В 30-х, 40-х и 50-х. The second wave, вторая волна, starting in the late 50s, 60s, начиная с конца 50-х и до 70-х, the names I've mentioned before, имена уже, которые я упоминал раньше. The third wave, третья волна, Linehan, Hayes, Linehan-Hayes, Jack Apshe's mode deactivation therapy, and the introduction of mindfulness. И вот в презентации введения mindfulness. The work of John Teasdale and Zindel Siegel. Работы Зигела, Тисдейла. So that there's a third wave,
But I differ on the fourth wave of cognitive therapy. Я также еще различаю четвертую волну когнитивной терапии. And the fourth wave of cognitive therapy, in my view, четвертая волна, по моему мнению, is the inclusion это, of a neuroscientific focus. Это некоторое введение научного фокуса. We have to look at neuroscience. Мы должны обратиться к нейронауке. And whose idea was that? Кто, Sigmund Freud. Кто же нам это предложил? Зигмунд Фрейд. Никто иной, как Зигмунд Фрейд. Freud said in the beginning of the 20th century. Он говорил в начале 20 века. Because remember, Freud was a neurologist. Если мы все помним, то Фрейд был вообще невролог. That all of the nervous disorders, что все нервные расстройства, would be found to have a neurological base. Будут иметь неврологическую основу. And I think if he were alive today, я думаю, что и сегодня Freud would be leading the group looking at the neuroscience foundations. То он бы был лидером этой группы, вот, которая говорит о том, что имеются неврологические основания. And I'll talk more about that. Я буду больше говорить об этом tomorrow and Saturday. Завтра и послезавтра. Now, what makes us international? Что делает нас международным движением? It's very interesting. Это интересно. We learn, and again, I want to thank Dmitry for even bringing this up. Дмитрия за то, что он вообще упомянул это. We read a great deal about attending to diversity. Мы очень много читаем о том, как нужно обращать внимание на всякие отклонения. People are different. Люди разные. I've been, again, very fortunate in my life. Мне очень повезло в моей жизни. I've traveled and taught in 45 different countries. Я путешествовал, посетил 45 разных стран. And I must tell you, должен сказать вам, what I find is people are more similar than they are different. Вообще-то я обнаружил, что люди гораздо более похожи друг на друга, чем отличаются друг от друга. What makes us different? Что делает нас разными? Schema. Схемы. So, from a CBT perspective, с точки зрения КПТ, the issue is not what you experienced, дело не в том, что вы переживаете или испытываете, but what you learn from that experience. А какой вывод вы делаете из этого опыта? How do you internalize, как вы интернализируете, and code that experience? И кодируете для себя этот опыт? How do you file it away? Как вы его, какими файлами вы его закодируете? So we need to look at four things. Нам нужно посмотреть, обратить внимание на четыре момента. The biological piece. Биологическая часть этого процесса. Genotype. Генотип. The observed behavior, which we've already talked about. Поведение, которое можно видеть, о чем phenotype. Мы уже говорили, это фенотип. But I want to add two ingredients here. Я хочу добавить еще два ингредиента сюда. The environmental context. Контекст окружающей среды. Which I'll call sociotype. Который также называется социотипом. And the content and range of the schema. И содержимое и большая вариативность схем. Which I'll call schematype. Схемотип, иначе называется. So, if I were to move to St. Petersburg tomorrow. Если бы мне нужно было завтра переехать жить в Санкт-Петербург. Or Thailand or anywhere else. Или куда-нибудь в Таиланд или куда-нибудь еще. I'm a very good therapist, I must admit. Я должен признать, что вообще-то я очень хороший терапевт. But could I work in Russia or Thailand or anywhere else? Могу ли я работать в России или в Таиланде и где-либо еще? No. Вообще-то нет. Not until I learn the schema. До тех пор, пока я не выучу схему, what are the нет. Rules you live by? Это те правила, по которым вы живете. What are the schema? Что же такое эти схемы? That are typical. Которые типичны для людей в определенном месте. So the schema are a filter. Схема — это фильтр. For expressive and receptive data. Для обработки. Everything goes through the schema. Данных. Все в конце концов сводится к схеме. So the schema are an internal filing system. Это такая внутренняя система файлов. The schema are formed by middle childhood. Они формируются к среднему детскому возрасту. And may be active or dormant.
Some schema are active and they govern our day-to-day behavior. Они могут быть активными или дремлющими, быть потенциальными. So let me think. I'm going to be talking with a group today. Давайте предположим, что я собираюсь Should I wear a t-shirt and shorts? Перед какой-то группой людей, надену ли я футболку и шорты? What do you think? Как вы думаете? Would that be appropriate? Будет ли это уместно? No, we share active schema. I should dress professionally. Нет, у нас есть, мы все делим, разделяем одну и ту же схему, что я должен одеться профессионально перед вами. Some schema are dormant or latent. Некоторые схемы латентные или же иначе сказать дремлющие. They only come out on distress. Они только активизируются во время стрессовой ситуации. There was a situation in New York City. A man was on the metro, the underground. Однажды в Нью-Йорке произошла такая история. Мужчина один был в Нью-Йоркском метро. And he fell onto the tracks. И он свалился с fell onto the subway tracks. А он упал в на And a train was coming. А поезд уже в этот момент подъезжал. And a stranger jumped onto the tracks. И незнакомец прыгнул туда. And lay on top of him. Лег на него сверху. And pushed him down. Прижал его к низу. So the train passed over them. Так чтобы поезд проехал над ними. And they were both safe. И они оба были спасены. And afterwards they said to the stranger. Потом он сказал незнакомцу, Why did you do почему that? Ты сделал так? Зачем ты поступил? What did he say? Что он ему ответил? I don't know. Я не знаю. But it seemed to be the right thing to do. Но мне показалось, что так правильно будет сделать. Because he has another schema, life is precious. Потому что у него есть такая схема, жизнь представляет ценность. Life is precious. Жизнь ценна. Now I can share something you may or may not Agree with. Я скажу вам сейчас кое-что, с чем вы можете согласиться, а может и нет. Russian grandmother. Позвольте мне рассказать вам о моей русской бабушке. If there was one piece of bread. Если у нее оставался хоть один кусочек хлеба. In her house. В руках. Who would she give it to? Как вы думаете, кому would она его she давала? Eat it? Съела бы ли она его? Would she give it to somebody else? Или дала кому-то другому? What do you think she would do? Как вы думаете, что она сделала бы? She would give it to her grandchildren. She'd give it to her children. Да, действительно, она дала бы детям. Because my Russian grandmother would do anything. Потому что моя русская бабушка сделала бы абсолютно все для ее детей. Is that still the case? И сегодня это все еще так? Probably. Возможно. So. Так что. Basically, that would be a dormant schema. В основном это дремлющая схема. Some schema are compelling. Некоторые схемы такие настойчивые. We can't let them go. Мы не можем их игнорировать. Some schema are what I call non-compelling. Некоторые схемы не настолько напористые или требовательные, как я говорю. They're rather easily surrendered. Они легко сдаются при случае. But some schema are compelling. Но некоторые очень трудны. What do we call someone? То, как мы кого-то называем. Who is willing to die for their beliefs? Как мы называем кого-то, кто готов умереть ради своих убеждений? What do we call such a person? Как мы называем такого человека? Fanatic. Say again. Скажите еще раз, пожалуйста. Yes. Патриот. A patriot. Патриот. What do we call someone who's willing to die for their religion? А кого-то, кто хочет умереть ради религиозных убеждений, как мы назовем? Martyr. Мученик вообще-то. But we call them crazy. Но мы-то считаем, что они сумасшедшие. So we have patients. У нас есть пациенты. Who are willing to die for what they believe? Которые также готовы умереть ради своих верований и убеждений. So we call them nice names, patriot. Иногда мы называем их такими приятными названиями, Or патриоты. We call them bad names. Или мы даем им плохие наименования. Crazy. Сумасшедшие. What we know about our schema? Что мы знаем о наших схемах? That they pervade. Что они что они охватывают и пронизывают каждый аспект нашей жизни. How we dress. Как мы одеваемся.
how we act. Как мы ведем себя. What we do. Что мы делаем. So that it's very important. Так что очень важно. To understand. Whoops. Очень важно понимать. To understand the patient's schema. Понимать схему пациента. Now some schema. Некоторые схемы are easily identified. Очень легко определить. They're so clear. Они настолько очевидны. If you don't understand the schema, если вы не понимаете схему, it's because you're not listening. Только потому, что вы не слушаете. Some schema are not so clear. Некоторые схемы не настолько ясны и понятны. Some schema requires some work to understand. Для таких схем нужно проделать некоторую работу, чтобы понять их. Now, it would seem simple. Покажется простым, возможно. I have an idea. У меня есть некоторая идея. I have a belief. У меня есть убеждение. That doesn't help me. Которое мне не помогает. In fact, makes me unsuccessful. По сути, оно делает меня неуспешным. So why don't you give it up? Почему же мне не отказаться от него? And the answer usually is because I acquired that belief. Ответ обычно таков, потому что я приобрел это убеждение from someone very important. От кого-то очень важного для меня. A parent. Родители. A teacher. Учителя. A priest. Священника, возможно. And I acquired that belief very early, very young. А также потому, что это убеждение у меня с очень ранних лет. So schema that are acquired very early, схемы, которые приобретены в раннем возрасте, в очень раннем возрасте, and from a very credible and significant source, и особенно если с какого-то очень уважаемого и значимого источника, are usually very hard to change. Обычно очень трудно изменить. But as you'll see when we talk tomorrow, но как вы увидите из завтрашнего разговора, it's the basic focus. Они являются основным фокусом когнитивной терапии. Now, when you challenge someone's schema, когда же вы бросаете вызов чьей-либо схеме, they become anxious. У них возникает чувство тревоги. We don't like to be challenged. Нам не нравится, когда мы оказываемся в состоянии вызова или какой-то угрозы. So one of the first things I do in cognitive therapy. Первое, что я делаю в когнитивной терапии, I want to teach the patient to deal with anxiety. Я учу пациента справляться с его тревогой. And I've had patients say, but I'm not anxious. Часто пациенты говорят мне, я не нервничаю. I'm depressed. У меня депрессия. And I tell them that as we start working on the ideas you have, а я говорю им, когда мы начнем работать с идеями, которые у вас есть, возможно, тогда вы почувствуете тревогу. So I want you to be able to deal with your anxiety. Я хочу, чтобы вы умели справиться с ней. Because when someone feels anxious, когда кто-то чувствует тревогу, avoidance, they run. Они убегают, они начинают избегать таких ситуаций. And that fight or flight response, этот ответ беги или дерись, may interfere with therapy. Может помешать течению терапии. There are many different types of schema. Существует очень много разновидностей схем. Cognitive. Когнитивные схемы. Basic ideas, beliefs, and thoughts. Закодированы в фундаментальные основные идеи, верования и мысли. Affective schema. Аффективные схемы. Emotional stimulants. Это эмоциональные стимулянты или ингибиторы. Behavioral schema. Поведенческие схемы. Problem-solving schema. Проблемно-ориентированные, решающие проблемы схемы. Excitatory schema. Возбуждающие схемы. I'm getting out of here. Or inhibitory schema. Или подавляющие схемы. I dare not even move a muscle. Я даже не шевельну и мышцей. Пальцем не пошевелю. Another key idea we have is the idea of automatic thoughts. Еще одна ключевая идея, которая у нас есть, это идея автоматических мыслей. They occur spontaneously. Они возникают спонтанно. And automatic thoughts can be functional or maladaptive. Функциональными или дезадаптивными.
But the root of automatic thoughts. Но корень автоматических мыслей. Are the schema. Конечно, схема. Now we can by changing automatic thoughts. Однако меняя автоматические мысли. Impact on behavior. Мы можем повлиять на поведение. But for the maximum therapeutic impact. Но для достижения наибольшего терапевтического эффекта. We have to do schematic change. Нам нужно все-таки сделать изменения в схеме. So, if I were to ask you, если бы я захотел спросить вас, what are typical Russian examples каковы типичные русские regarding примеры self-esteem? Схем касательно самооценки. Can you think of a Russian schema? Если вы подумаете о русских схемах, that's based on Russian culture. Которые основаны на русской культуре. Some schema are gender related. Некоторые схемы относятся к половым разновидностям, принадлежностям. Geographically related. Какие-то географические дифференцируются географически. Age related. Какие-то относятся к возрасту. Dealing with authorities. К властям. Physical beauty. Некоторые говорят о физической красоте. Intelligence. Уме. Or dealing with professional titles. Или некоторые схемы относятся к профессиональным титулам. So the culture is a key ingredient in understanding schema. Культура это ключевой ингредиент при понимании схем. How do we access these schema? Как же нам получить доступ к схемам? Behavioral analysis. Поведенческий анализ. Self-monitoring. Самомониторинг. Observation. Наблюдение. Automatic thought records. Запись автоматических мыслей. Critical incident technique. Техника чрезвычайного происшествия. Or looking at time sampling. А также нам нужно посмотреть на временные образцы. So there are many techniques. I'm sorry. Sorry. There are many techniques. Очень много техник. For understanding schema. Для того, чтобы понимать схему. In any culture, there are в любой культуре several general schema. Есть некоторые общие схемы. And it's the schematic base. И у них есть схематическое обоснование. That has made CBT the international model that has become. Именно схематический фундамент делает CBT интернациональной моделью. From its earliest Russian roots. Своими ранними, CBT has spread across the world. Уходя ранними корнями в российскую историю, CBT, КПТ распространилось по всему миру. There are active CBT groups сейчас существуют in 40 to 60 countries. Активные КПТ-группы в 40 до 60 стран. And in some countries, а в некоторых странах, I know you'll find this hard to believe, я знаю, что вам будет трудно в это поверить, CBT groups fight. Группы КПТ борются друг с другом, воюют друг с другом. So in Germany there are three CBT groups. Например, в Германии существует три КПТ группы организации. В Швеции две. And for many years they didn't talk to each other. И в течение многих лет они вообще не разговаривали друг с другом. At the last congress in Stockholm. На последнем конгрессе в Стокгольме. You were there. Вы там были, Дмитрий? It was were you there also? Вы там тоже были? It was wonderful that the two CBT groups shook hands. Было очень and finally became friends. Удивительно наблюдать, как они наконец пожали друг другу руки и стали дружить. So not only were the CBT groups fighting everybody else, не только КПТ, they were fighting each other. Не только КПТ борется со всеми остальными, но еще группы, so, организации, но еще и друг с другом они. That tells us CBT has become truly international. Да, КПТ. We fight with each other. Действительно межнационально, потому что мы боремся на международном уровне друг с другом. CBT books have been published in over 30 languages. Книги были опубликованы более чем на 30 языках. And I'm so flattered to мне так лестно see my words in Russian. Видеть мои слова на русском языке. And sure my grandparents would be very proud of me. Я уверен, что мои дедушка с бабушкой были бы очень горды мною. But CBT is in an active process of development. Но КПТ это также еще находится в активном процессе развития, который однозначно не завершен. Beck is 95 years old.
Беку сейчас 95 лет. He's confined to a wheelchair. Он сейчас привязан, к сожалению, к креслу инвалидному, у него трудно. Он слеп, но разум его настолько же острый, как и всегда. And he's now writing books on treatment of schizophrenia. И сейчас он пишет книгу по лечению шизофрении. Neuroscience. Нейронауку. So there's still lots to do. Так что сейчас все еще очень много чего остается сделать. People, и когда я смотрю на молодых людей, older, в этом возрасте все выглядят it's молодыми. Важно понимать, что именно вы понесете наши труды дальше, в будущее. Look at the website. Посмотрите вот на этот веб-сайт. Take a look at the program. Посмотрите на программу. We have this program in July. Она это будет June to July. Происходить в июне, в июле 2017 года. The European Association. Европейская ассоциация. Was supposed to be in Istanbul. Должна была находиться in September. Должна была состояться в Стамбуле. But because of the difficulties in Istanbul. В сентябре, но из-за трудностей, которые испытывают сейчас они там. Moved to Slovenia. В Стамбуле перевели в Словению. Look at the program. Посмотрите на программку. Please meet your international cousins. Пожалуйста, познакомьтесь с вашими международными двоюродными братьями и сестрами. So that we can develop joint projects. Чтобы мы могли развивать совместные проекты. Joint education. Совместное образование. And whatever I can do. И все, что я могу сделать. To reach out to my Russian cousins, please count on me. Thank you. И все, что я могу сделать для моих русских братьев и сестер, пожалуйста, рассчитывайте на меня. We have a few minutes. We have some time. У нас есть некоторое время. So if there are any questions. Если есть какие-то вопросы. I'd be glad to, я буду очень рад, with my Russian voice, с моим русским голосом, I'll be glad to respond. Я буду рад ответить. Есть ли какое-то различие между верованиями и схемами, да? Не слышно. I didn't hear. Is there any difference between schema and beliefs? It depends who you ask. Зависит от того, кого вы спросите. There are some people who talk about core beliefs. Некоторые говорят о ключевых верованиях, убеждениях. Associated beliefs. Ассоциированными верованиями, простите. Did the book on personality disorders. Но в той книге, которую я написал по расстройствам личности, we decided for clarity and simplicity. Ради ясности и простоты мы решили. To use the term schema as a basic belief. Мы решили, что термин «схема» будет употребляться как в смысле основного убеждения, как основное правило. So we can break it into smaller pieces. Чтобы мы могли разделить на более мелкие части. But I think it just confuses the patients. Но я думаю, что это только смутит и запутает пациентов. So I would use the term schema and belief. Я бы использовал термины «схема» и «убеждение» synonymously. Синонимически. Any questions? Вопросы, пожалуйста. No? Нет вопросов. Спасибо. Есть вопросы? Все. Позвольте передать слово для приветствия тоже горячо любимому нами Михаилу Михайловичу Решетникову. Это наш коллега из дружеского направления психоаналитического, но тем не менее это человек настолько широких и прогрессивных взглядов, что он не разделяет психотерапевтов по конфессиям и видит далеко вперед, поэтому прошу любить и жаловать, ректор Восточноевропейского института психоанализа. Профессор Решетников, слово.
Профессор Решетников, слово. Дорогие коллеги, уважаемый Дмитрий Викторович, я очень кратко скажу, потому что для меня сегодня очень значимый день, и я мог бы не приходить, я из другой ассоциации, вы, наверное, знаете об этом, но буквально накануне я вспомнил, как примерно 20 лет назад мы сидели в круглой аудитории Института Бехтерева, главный психотерапевт Борисович Карвасарский и не менее значимые фигуры Равиль Каисович Назыров, Владимир Иванович Курпатов, кто-то еще был, я уже не помню. Но что обсуждалось? Даже не обсуждалось, а жестко констатировалось нашими ведущими специалистами, будущее российской психотерапии – это интегративная или полимодальная психотерапия. Единственным возражающим был я. Я сказал, что будущее российской терапии – узкая специализация. У нас уже появился психоанализ. Мне сказали, психоанализ – это вообще все умирающее уже, поэтому бросьте эту ерунду. Будущее – это интегративное. Потом на Западе для этого названия придумали еще слово «полимодальное». Все мои возражения сводились к тому, что могут использоваться разные технические приемы, но не может быть полимодальной методологии. А психотерапии, которые имеют свою методологию, их очень мало. Это психоанализ, это поведенческая терапия, это даже гуманистическая, как синтез поведенческой и психоанализа. Все остальное – это техники. Мои коллеги со мной не соглашались и говорили, что нет, ничего этого не будет, надо развивать интегративную. Я совершенно откровенно тогда сказал, что это какая-то окрошка из методов, потому что когда нет методологии, и терапевт, и пациент оказываются в бескоординатном пространстве, и оба не понимают, куда они идут, зачем и почему. Затем у нас, вы помните, появилась гештальт-терапия после психоанализа. И создание вашей ассоциации для меня было вот таким очень знаковым явлением. Я покаюсь перед Виктором Дмитриевичем. Я ведь первый, кому предлагал взять это направление на себя, Алле Борисовне Холмогоровой. Говорил, Алла, у вас точно получится, вы можете. И Алла Борисовна немножко в эту сторону пошла, но остановилась. Поэтому я поздравляю вас с вашим третьим съездом. Это большой успех. Вам кажется, что вас мало. Когда мы начинали психоанализ, нас было втрое меньше. Но это было уже 25 лет назад, даже 30 лет назад. Сейчас у нас на съезды приезжает 800-700 человек. Я уверен, что у вас большое будущее. И я когда смотрел на своего коллегу Фримана, а сейчас в Институте психоанализа некоторые ходят и к нам на лекции, читает лекции профессор Хэролд Стерн, мама и папа, дедушка и бабушка, которые из Львова. Вся психотерапия из России. Я хочу сказать вам, молодому поколению, я иногда студентам говорю такую мерзкую фразу, как человек, родившийся в первой половине прошлого века, они говорят, когда? В первой половине прошлого века. Я уже могу посмотреть вперед и сказать, что самый главный наш недостаток. Мы не заговорили на международном психотерапевтическом языке. Нам уже есть чем делиться с нашими коллегами, есть что им рассказывать. И не только переводить их книги. Я с большим удовольствием читаю книги коллеги Фримана, и Века тем более. Причем нисколько не стыжусь, психоаналитик читает какие-то нехорошие книжки. С удовольствием читаю.
мы должны писать и переводить свои книги. Ну и вот в плане такой рекламной паузы, похвалюсь перед вами, нарциссически не могу удержаться. В 2014 году мы написали первый учебник по психоанализу для своего института. В 2016 году он был издан в качестве федерального учебника. А в этом году, в марте, он вышел в качестве учебника в Вене на английском языке. С надписью на обложке «Самый понятный учебник по психоанализу». И эту надпись придумали не мы, а люди, которые читали его на Западе и переводили. Так вот, я вам желаю, чтобы со временем под редакцией Дмитрия Юрьевича Колпака вышел прекрасный, самый понятный учебник по поведенческой терапии, который будут издавать на Западе и учиться по нему. Нам есть что рассказать. Русская школа, она всегда была самой доходчивой, самой скрупулезной, самой духовной. И не случайно все выдающиеся терапевты из России. Удачи вам большой. Спасибо. Спасибо огромное, Михаил Михайлович, за такие вдохновляющие слова. У нас обязательно будет Алаверды Артуру, и даже о четвертой волне уже у нас будет доклад Андрея Владимировича Курпатова. Но сейчас, если позволите нам быть гибкими, не только в общении с клиентами, но и между собой, наши дорогие коллеги,